Каждый год на Рождество люди тратят деньги с кредитных карт, надеясь, что их подарок лишит их близких дара речи. Пару недель назад я прочитал о том, что 28% населения Америки все еще выплачивают кредиты, которые они набрали в прошлое Рождество. Я не мог в это поверить. Намерения добрые. Мы просто хотим подарить реально хороший подарок. Но есть те, кто подходит к этому чересчур рьяно, пытаясь сильно удивить этим подарком. Они могут в итоге сильно разочароваться. Вне зависимости от того, насколько это превосходный и необыкновенный подарок, вне зависимости от того, насколько он дорогой и уникальный, этот подарок все равно нельзя назвать неописуемым. Все человеческие подарки можно описать. Все подарки людей можно объяснить, и у них у всех есть определенная цена. Но для того, чтобы подарок был неописуемым и невообразимым, этот подарок должен быть не просто подарком от человека. В нем должен быть божественный фактор. Он должен быть сверхъестественным и иметь божественный элемент. Поэтому, когда Библия пытается описать первый Божий рождественский подарок, здесь стоит слово «неизреченный». Когда Бог подарил человечеству свой первый рождественский подарок, Павел называет это неизреченным даром. Он суммирует весь рождественский праздник в шести словах во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, 15 стихе. Он говорит благодарение Богу за неизреченный дар Его. Давайте скажем вместе эти шесть слов. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Это величайший рождественский подарок из всех рождественских подарков. Это рождественский подарок, который достоин называться величайшим. И этот неизреченный дар Рождества может быть сегодня вашим. Он сделает вас богаче, чем самый богатый человек в мире. Он может сделать вас счастливее и здоровее, чем любой вообразимый земной подарок. Он подарит вам больше безопасности и уверенности, чем вся военная мощь мира. Он сделает вас более радостным и довольным, чем что бы то ни было во всем мире. То, что этот дар неизреченный, это не игра слов и не преувеличение. Это никакая не гипербола. Потому что Библия говорит нам кое-что об этом даре, что является чистейшей истиной. Когда сказано, что Божий дар Иисус является даром неизреченным, это совершенная абсолютная истина. Он просто неизреченный. Почему он неизреченный или, другими словами, неописуемый? Я назову вам три причины. Запомните их. Во-первых, это сверхъестественный дар. Все, что естественно, можно объяснить. Но если это сверхъестественно, это превышает нашу способность это понять. Во-вторых, он исполнен благодатием. Это подарок в чистом виде. Его невозможно заслужить и заработать. В-третьих, влияние, результаты, то, что этот дар производит в жизни людей, делает его неизреченным. Неописуемый Божий дар сверхъестественный и к тому же уникальный. Для того, чтобы описать первый рождественский подарок Бога, нужно быть способным объяснить триединство Бога. Три ипостаси в одном Боге — Отец, Сын и Дух Святой. Попробуйте это объяснить. Этот дар имеет уникальную природу. Это означает, что больше нигде в этом мире нет дара, подобного этому, или приближенного к этому дару по силе и мощи, по своей эффективности, по своим результатам и влиянию. Его природу невозможно описать, потому что кто может вообразить, что Бог-творец станет человеком, и что безгрешный, тот, кто никогда не согрешил, чистый и непорочный Бог понесет на себе грехи всех, кто верует в Него, понесет наш с вами грех в своем безгрешном теле. Как вы можете объяснить то, что бессмертный Бог умирает? Как вы можете объяснить, что Он и только Он один может избавить нас от вечного проклятия и даровать небесам? Поэтому спасает нас от греха только Он. И только Он один, Эммануил. Бог с нами. Он существует сам по себе.
и у него нет ни начала, ни конца. Он превышает человеческие представления и открытия. Он самодостаточный Бог, который ни в ком не нуждается и ни от кого не зависит. Он безграничный, вечный и неизменный Бог. Как падшее человечество может описать природу этого неизреченного дара? Это невозможно. Ведь это сверхъестественный дар. В нем нет ничего естественного. Веками личность Иисуса будоражила умы многих. Веками личность Иисуса приводила в замешательство великих гениев. И потому в итоге они либо полностью принимали Его и признавали Его Богом, пришедшим во плоти, в форме человека, либо полностью отвергали Его. Остаться равнодушным по отношению к Иисусу просто невозможно. Это невозможно. Опробуйте. Природа того, что совершил Иисус Христос, превышает наше понимание. Мы не в состоянии это описать. Это сверхъестественно. Но этот дар не только сверхъестественный. Этот рождественский подарок, который Бог подарил человечеству, невозможно описать из-за того, что он дан нам по благодати. Даже самые благородные и щедрые из нас, когда мы дарим подарки, мы при этом также и принимаем подарки от других людей. Мы дарим подарки людям, которые от нас этого ожидают. Мы дарим подарки родственникам, членам семьи, сотрудникам, друзьям. Мы дарим подарки тем, кто нам чем-то помог, кто нам что-то дал. У нас есть причина, почему мы дарим им подарки. И также, когда мы дарим что-то бедным и нуждающимся, тем, кто ничего не даст нам взамен, мы делаем это, потому что они такие же люди, как и мы. А Бог не принадлежит к человеческой расе. Человеческая раса, кстати, взбунтовалась против Бога. По природе своей люди враждебны к Богу. Римлянам 5 глава 8 стих говорит, что «когда мы все еще были врагами Бога, Христос умер за нас». На самом деле, величайший дар Божий, Христос Рождества, был дан не друзьям Бога, а врагам Бога. Подумайте об этом. Божья благодать была дарована людям, которые ее не заслужили. Они недостойны этого дара, как недостойна я. А вот кое-что, что вы должны знать о том, что имеют общего все верующие во Христа. Послушайте. Вот что общее имеют все, кто верует во Христа Иисуса. Они знают, что недостойны этого дара. Это объединяет всех нас, христианских верующих. Где бы вы ни жили, на Среднем Востоке, в Африке, в Европе, в Австралии, откуда бы вы ни были, у нас всех есть кое-что общее. Когда мы приходим к Иисусу, мы понимаем, что сами по себе мы абсолютно не заслуживаем принять дар Иисуса. И теперь понятно, почему этот дар назван благодатью? Его невозможно заслужить. Нам не заслужить его и за 20 тысяч жизней. То первое Рождество, когда Бог даровал нам свой неизреченный дар, Он сделал это не потому, что мы такие хорошие, и нас нужно было за это вознаградить. А вовсе нет. Христос Иисус спустился с небес на эту землю не для того, чтобы мы могли возвести величественные здания. Он пришел не для того, чтобы церковь на земле имела власть править и господствовать над людьми. Нет, Иисус Христос пришел с небес не для того, чтобы мы сформировали крупные деноминации. Нет, Он не для того пришел, чтобы мы основали разного рода социальные программы. Нет, Он пришел не для того, чтобы построить большую бюрократическую систему в Риме, Лондоне, в Нью-Йорке и всех крупных городах. Нет, и тысячу раз нет. Библия говорит, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Он пришел не для того, чтобы спасти хороших людей, дабы спасти прекрасных и потрясающих людей на земле. Он пришел, чтобы спасти грешников.
Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, и до тех пор, пока вы не будете видеть в себе грешника, вы не сможете сделать первый шаг, чтобы принять этот первый дар Рождества. Это именно то, что говорили пастухам ангелы в то первое Рождество, для того, чтобы спасти грешников, чтобы спасти грешников, людей, которые больше надеются на свои силы, чем на Бога, чтобы спасти людей, которые не считают себя достойными предстоять пред Богом. Людей, которые сознают, что когда они остаются наедине с собой, и никто их не видит, когда они оголяют свою душу, они осознают в своем сердце, что подвели Бога, и Он их спасает. Он спасает тех людей, которые осознают, что какими бы хорошими они ни были на вид, они продолжают оступаться. Если я сейчас описал вас, то примите мои поздравления. Вы относитесь к тем, кто годится для того, чтобы принять Божий неизреченный дар Рождества. И потому Библия говорит, благодарение Богу за неизреченный дар Его, за Его умопомрачительный, невероятный подарок всем нам. Подарок, который мы не можем объяснить. Он не только сверхъестественный, он не только дан нам по благодати, а не в качестве награды хорошим людям. Он предназначен всем, кто согрешил и лишен славы Божией. Также этот дар невозможно описать по причине того, что он собой производит. Этот дар производит невероятные результаты. У меня бы заняло много часов объяснять вам, как сила Божия пришла в мою жизнь и преобразила ее в тот момент, когда в мое сердце вошел Иисус, но она также преобразила и другие жизни. Она изменила судьбы миллионов людей по всему миру. Во-первых, как можно измерить прощение всех наших грехов, прошлых, настоящих и будущих? Бог омыл нас и сделал нас чистыми пред собой. Как это можно объяснить? Как можно объяснить этот неописуемый дар Рождества и результат, который он производит в жизнях людей, включая даже некоторых бандитов? Не забывайте, что и апостол Павел в свое время был бандитом. Он убивал христиан, пока ему не явился Иисус и не изменил его мышление. И сегодня мы тоже видим, как это происходит. Не просто члены ИГИЛ, но даже один из их лидеров услышал Евангелие Иисуса Христа, и это изменило его жизнь. Он сейчас проповедует Евангелие своим старым дружкам, некогда занимавшимся преступлениями вместе с ним. Вот это я называю переменами. И они происходят. Уверен, что из присутствующих здесь, и также из зрителей, есть те, кто говорит, но я вообще-то неплохой человек, я никого не убивал, я тоже никогда и никого не убивал. Я не крал и не совершал серьезных проступков. Все это не имеет значения. Попал ты мимо цели всего немного или сильно промазал. Факт есть факт. Ты попал мимо цели. Значит, согрешил. Для Бога нет больших и маленьких грехов. Даже если вы промазали всего чуть-чуть, вы все равно согрешили. Помочь вам справиться с грехом может только Иисус, подарив вам свой неизреченный дар. Помните, что грех, каким бы он маленьким ни был, все равно грех. Я помню, что до того, как я пришел к Богу, хотя я не совершал каких-то ужасных грехов, но я всякий раз приступал к Божьим стандартам морали. При этом меня съедала моя совесть. Она грызла меня и грызла. Я должен был успокаивать свою совесть. Я пытался успокоить свою совесть словами «Я исправлюсь, я стану лучше, я буду стараться сделать больше, чтобы творить добро и быть хорошим человеком», но у меня не выходило. Угрызения совести мучили меня, пока я не принял Божий неизреченный дар. Все становилось только хуже, пока я не понял, что сам я на это не способен, и пока я не принял его неизреченный дар. И тогда Он дал мне силу преодолевать грех. Я знал, что мои грехи прощены.
что Он омыл все мои грехи и всю мою вину. Библия говорит, что Бог выбросил наши грехи на дно самого глубокого океана. Он удалил от нас грехи наши, как далек восток от запада. Бог сказал, «Изглажу беззакония твои, как туман». Но и это еще не все. Вместо вины Он дал нам неописуемый мир и радость. Даже в самые темные дни моей жизни, я часто об этом говорю, потому что я вижу, как в книге «Деяния» апостол Павел постоянно рассказывает свою историю. Также я хочу непрестанно делиться своей историей. В книге «Доверяй и будь послушен» я написал свою биографию. В моей жизни было много темных периодов, но мир и радость никогда не покидали мое сердце. Он давал мне мир посреди проблем и давал мне радость посреди скорбей и грусти. Божий дар Рождества невозможно заслужить. Это подарок. Это дар, который вы можете принять от Него. Если вы еще не приняли от Него этот дар, то сегодня у вас есть такая возможность. Вы можете принять этот дар сегодня. Все, что вам нужно, это быть готовыми смириться пред Богом и принять от Него этот дар. Вот вам такой пример. Однажды кесарь Август подарил своему другу неимоверно драгоценный подарок, очень дорогой. И когда этот человек взглянул на подарок, он сказал, «Но как я могу принять такой дар? Это слишком дорогой подарок, чтобы я мог его принять». Император кесарь Август взглянул на друга и сказал, «Да, но для меня сделать такой подарок — это не слишком. Для Бога это не слишком подарить нам такой подарок. Он желает подарить его вам, кем бы вы ни были. Божий неизреченный дар Рождества производит неописуемые результаты. Он не просто освобождает вас от греха и вины, он не только полностью вас оправдывает в глазах небесного суда, но Он к тому же предоставляет вам документ об усыновлении, и Бог становится вашим папой. До того, как мы приняли неизреченный дар Рождества, мы были чужими Богу. Мы были отлучены от Бога. Мы были разделены с Ним, отделены от небес, не имея надежды. Но после того, как вы приняли Божий, неизреченный дар Рождества, вы приняли дар и право называться сыном и дочерью живого Бога. Не слугой, не рабом, но сыном или дочерью Бога. И позже вы унаследуете недвижимость вашего отца. Как вам такое? Обычно недвижимость переходит в наследство после того, как родитель умирает. Но в этом случае вы наследуете его, когда умираете вы. Наш Небесный Отец никогда не умирает. Поэтому вам не стоит верить тем, кто говорит вам, что любой человек, когда умирает, попадает на небеса. Это ложь из ада. Она уводит людей от истины. Это так грустно. Иногда я не могу сдержать слез, когда вижу, что люди, которые мне не безразличны, уверовали в эту ложь. Мне их так жаль. Небеса — это место наследия лишь для тех, кто при жизни принял неизреченный Божий дар. И поэтому те люди, кто принял этот неизреченный дар, могут взять в руки Библию и радостно воскликнуть «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Может, среди тех, кто сейчас находится здесь и смотрит нас, есть кто-то, кто скажет, «Но я не могу этого сказать, потому что еще не принял этот дар». Ничего, Бог специально устроил, чтобы вы услышали сегодня это послание и приняли этот дар, который Бог желает вам дать. Почему бы вам не сделать это Рождество первым духовным днем рождения, самым большим праздником вашей жизни, приняв Божий неизреченный дар? Вы можете сделать это уже сегодня. Вот вам несколько фактов, которые, возможно, еще не знают те, кто еще не принял этот неизреченный дар. Я могу говорить об этом, потому что, несмотря на то, что мне исполнилось 70 лет, я имел привилегию пересечь земной шар минимум
64 раза за последние 2 года, чтобы распространять Евангелие Иисуса Христа. Я проповедовал на всех континентах. Я ни разу в жизни не встречал человека, который бы сказал: «Когда-то я принял неизреченный Божий дар, но сейчас я жалею об этом». Ни один человек такого не скажет. Как раз наоборот, некоторые люди, которых я встречал, принявшие Божий неизреченный дар, порой сожалеют о том, что не встретили Бога раньше в своей жизни, не пришли к Нему, когда были моложе, не приняли добрую весть раньше. Почему мне понадобилось так много времени? Зачем я столько лет прожигал свою жизнь? Возлюбленные, послушайте меня. Не имеет значения, сколько вам лет. Не имеет значения, сколько лет вы блуждали вдали от Бога. Что действительно имеет значение, так это то, что Библия говорит: услышав Его голос, не ожесточите своих сердец. Вы можете принять Его прямо здесь и сейчас. Скажите, а желаете ли вы принять величайший Божий дар Рождества сегодня и позволить Ему стать вашим спасителем и вашим другом, чтобы вам больше не страшиться судного дня? Или вы поставите на кон свою будущность в вечности, продолжите жить без Бога, а потом столкнетесь с Ним как с судьей. Глубокое желание моего сердца заключается в том, чтобы никто, кто слышит меня сейчас, не отверг величайший Божий дар этого Рождества. Я желаю, чтобы каждый принял этот неизреченный дар. Прежде чем вознестись на небеса, Иисус сказал Своим ученикам: «Теперь вы — свет миру». Поэтому это поручение для нас, верующих в Иисуса, быть светом на всяком месте. Давайте сейчас погасим свечи. Вы сами являетесь светом миру.